Ребят, ну вот мы и забрались на бастион замка Санта-Барбара. Но поскольку у нас дикая экскурсия, мы, конечно же, не подготовили. Просто будем поэтому визуально осматривать, что здесь видим. Значит, первое, что я вижу, это толщина замковой стены порядка 4 метров. Это действительно камень и известковый такой бетон. Примерно такой же, чего делали египетские пирамиды. Виды, я вам скажу, на миллион. Здесь просто такая ситуация, как прийти и порелаксироваться. Но настолько умиротворяющий вид. То есть можем видеть вот этих вот муравьишек, это маленькие людюшки. То есть примерно мы поднялись на высоту где-то 150 метров, так вот навскидку примерно. И вид на гору, вид на сам город Аликанте, вид на порт, на то количество изобилия яхт, которые стоят, ну просто вот. Первые ощущения, то поднявшись на бастион, ты сразу просто приходишь в такой шок и трепет. Действительно ужасно красивый город. Город с хорошими панорамными видами. То есть здесь получится, по-моему, лучшие фотки в моей жизни. Первое такое ощущение. Вот, здесь мы видим несколько кафе в конце и огромные парковки в самом замке для машин. Если здесь легионеры раньше несколько тысяч могли поместиться, значит, пару сотен машин здесь поместятся точно. Наш бусик, помните, да, какой он? 7-метровый на 2,5. Вот эту лайбу, конечно, Денис как-то там закрутил, но на нем мы тоже заехали. То есть обычная проблема парковки на такой машине. Здесь проблемы с парковкой нету. Кафе замечательные, виды замечательные. И сейчас мы просто попытаемся насладиться этими видами. Это первое. А второе, все-таки попробуем найти какую-то экскурсию на русском языке. Ну, вдруг оно получится. Идем. Ребят, значит, смотрите, оказались мы внутри замка, примерно как выглядят интерьеры. То есть вот этот известнячок, и здесь классическая бойница. То есть можно видеть, что испанцы маленького роста, поэтому для них это окошко нормально. Прорезь для того, чтобы была стрельба преимущественно с лука. Вот в это стрелять с арбалета крайне неудобно. И человек здесь отлично располагался и лупил прямо по врагу. Посмотрите на эти балки, примерно такие, как мы в Амстердаме делали. Здесь балка это примерно 250 на 150. И разброс у них идет по 40 сантиков. Если мы будем двигаться дальше, то мы увидим, что здесь есть также и нетиповое большое окно. То есть вот в этом пространстве стоял какой-то упор, где опускалась дубовая, ну, из дуба сделанная крепкая дверь. Это либо надо было для, ну, как технологическое окно, для чего-то, я так полагаю, либо просто для того, чтобы армия могла выбегать через это окно, завидев противника. И если посмотреть, в каком состоянии здесь известнячок, то обратите, как он выглядит, внимание. Фактически не было никакого раствора даже по сей день. То есть, конечно же, известковый раствор как-то эти камни временно скреплял, но они в основном были построены по принципу римского замка, когда в паз входил каждый камень и держал другой. Тут можем видеть, что раствор даже преимущественно не столько известковый, сколько глина. То есть глина с мелкой галькой примерно 5 на 5 миллиметров. Ну, известь наверняка была только для эластичности. Я не думаю, что ее здесь в изобилии так прям добывали, судя по тому, чем отделаны эти стены. Разумеется, они не реставрированы. То есть ветер выветривает эти швы и показывает нам, как они стояли. Мы можем видеть, что эти камни они не были залиты, они действительно природного происхождения, выточенные. Вот этот римский замочек, как говорили. И чем они легки? Тем, что они прям буквально валяются под ногами, очень легко обрабатываются элементарными инструментами. И, как можем видеть, стоят действительно века. То есть несколько сотен лет он стоит и состояние прекрасное. Так, ребят, еще одна фишка. Смотрите, здесь недалеко находится вулкан. Ну, говорят, что он еще даже, возможно, действующий. И, разумеется, были какие-то землетрясения. Но посмотрите, это здание, этот замок на склоне горы устоял с 1700 какого-то года. Вот одна из фишек, почему это произошло. Обратите внимание, толщина кирпича здесь 2,5 сантиметра, 12 и на 20. Почему 20 и такой размер, ну, мне сложно сказать, но фишка в том, что сложенный на глину этот кирпич, во-первых, он стоит, во-вторых, он при сейсмонеустойчивости почвы довольно себя неплохо зарекомендовал. Здесь мы можем видеть, как ветром выветрило эти швы, за ними, к сожалению, никто не ухаживает, но зато мы можем видеть саму кладку, как был сложен этот кирпич. И кирпич был сложен не так, как нас сейчас в ПТУ учат. Если мы внимательно посмотрим, каменщики увидят здесь, о чем идет речь. Вот. И фактически вот та фишка, которая... эти строения донесла до сегодняшнего года. Это меньше толщина кирпича. В наше время он не используется. Почему? Потому что чем больше кирпича, ну возьмем блоки, кладка блоков, она в 5 раз быстрее обычного кирпича. Если бы ложили из такого кирпича, ну это вообще в 7 раз было бы медленнее. Поэтому, конечно же, такая кладка в современном мире, она дороговата, да? Но тогда, когда человеческий труд так дорого не стоил, как сейчас, люди могли строить здания, которые стоят свыше 500 лет, и, я думаю, переживут и еще возраст в 1000 лет. Вот одна из причин. Ну что ж, вот стоя на этой горе, понимаешь, что такое действительно настоящий бастион, как выглядит этот испанский кастел. То есть я, стоя здесь, у меня просмотр где-то 150 метров. Я могу просто взять какой-то камешек и человеку, который карабкается сюда ко мне, просто его снять, неважно, сколько их лезет. То есть такая ситуация, как будто бы я там кому-то мешок зерна задолжал, да, должен, а давать не буду. Если не нравится, лезьте, заберите его. И вот мы здесь сидим, кушаем эти лепешки, они лезут сюда, камешек взял, шмяк его, и он готов. Все просматривается. Такое ощущение, как будто бы весь город у моих ног. Укрыться здесь невозможно. То есть я здесь вижу абсолютно все. Вот каждое перемещение, каждого человечка, каждое дуновение ветерка. Учитывая то, что вы стоите наверху, вы прекрасно слышите. То есть здесь легкое дуновение ветерка, и вы слышите каждую птичку, каждый шорох камешка. Поэтому как эти стены можно было штурмовать, это невозможно. Эти города можно было брать только измором. Других вариантов не было, это точно.